Чай пьет, его нельзя, потому как за рулем человек, поэтому вот чай приходит забить. На самом деле очень сильно переживает на эту тему, потому как видит наше пиво. Вообще не переживаю, уже не могу. А я не могу тоже пить уже. А я могу. И Васильчик уже повезет мне сегодня домой. В 92-м году в парк Мирил. Расскажи, если помнишь эту историю вообще. Короче, пришли гопники, давай все гонять, короче. Вышла группа ДНД. Мы решили сыграть ему. Звоним вот то, что успокоились, забыли на воздух, потому что не до утра. Все, мы музыку сыграли, поспели вишни, саду в дяди Ване, все кабацкие музыка. Саша спас всех рокеров, которые там концерты. Вообще, как вот отношение к музыкантам после концертов? Не бьют? Да кого? Кто? Да, кто пусть попробует, да? Да? Мы не против. Да нет, в принципе, сейчас это все-таки, как Саша говорит, про раннее время. Сейчас стало лучшее отношение к музыкантам. Ну и на концерты как бы ходят люди уже подготовленные, да? Ну, да. То есть в плане музыки, наверное, информации о группах. Нет, сейчас более-менее стало. Утряслось, хотя, в общем, нельзя сказать, что сибирский рок на пике находится. Ну, в общем. Ну, честно, смотрите, вот, ребята, вот идея горизонта, да, как бы в таком маленьком зальчике организовать концерты. Как вам то, что вот многие наши кинотеатры сейчас делают такие зальчики и приглашают музыкантов? Насколько реально в таких залах играть? Я бы сказал, менее реально, чем в клубе, потому как акустика весьма не предназначена для, допустим, рок-музыки абсолютно. И поэтому звук получается весьма... Разлетается звук. Наоборот. Он дискотечный. Там, более, такой. Да, лучше специально. По-моему, Ну, Рок-Сити, я насколько знаю, музыкантов сейчас не приглашает наш. Редко когда. Приглашает, но не те. Ну, мы отдали свои демки Кошкину. Я второй раз ему отдал демку, не знаю, что он там решил. Понятно. Мне пока не понятно. Я как бы не так. Я еще не могу разобраться с демками. Ну вот все-таки, смотрите, ребята, вот на сегодняшний день самое оптимальное место, где все-таки можно было бы и по звуку играть, ну, естественно, кроме, да, вот Рок-Сити. Какая вот все-таки сцена для вас подходит? Может быть, ДК Чкалова? Может, так играть? ДК Чкалова? Ну, даже, в принципе, там зал-то не оборудован под хороший звук, там стенки гладкие, все разлетается. Если очень громко, то аппаратуру выставляют, пробивается. Ну, а как он насчет открытых площадок? Горизонте хороший звук. Более-менее, ну, нормально. А вот летние фестивали, допустим, на набережной? Выступали на набережной, выступали все до Кирова. Ничего, ну, когда народ близко стоит, ничего, ну, конечно, то, что далеко. Бум-бум-бум-бум. То есть надо на летних фестивалях стоять ближе к сцене. Есть какая-нибудь дружеская, там, не знаю, кричалка от Чесси Лейн? А он, да, ставит, так,